Лена, у тебя есть дряблые ляжки? Что-то опущено. Зато эффект горит, прямо горит. Здравствуйте, мы снимаем видео, как убрать внутренние дряблые ляжки. Вот так на лягушечке и массаж внутренних дряблых ляжек. Да, чтобы они разбудить этих дряблых ляжки, дряблые. Лена, очень тяжело. Лена, у тебя есть дряблые ляжки? Тем более внутренние. А, Пина? А это что такое? Она скажет, в моем возрасте такого нету. Что мне нравится. Вот так? Да. Потому что? Потому что мы уже третий дубль снимаем. И у меня уже внутренние дряблые ляжки горят. Уже неимоверно. Не дряблые, да? Да, уже не дряблые, но горят сильно очень. Да, горят потихоньку. Такой массажик. Легенький. Вот, теперь мы ложимся на спинку. И открываем ножки. Раз. Самое главное. Руки под попой? Да, руки под попой, потому что тогда мы больше будем чувствовать внутренние мышцы. Да? Акцентировать внимание надо на то, что ноги собираются, да? Да, они собираются. Кич. Что-то оп, взяли. Оп. Как? В сторону вот так вот расслабляя, аккуратненько, да, осторожно, чтобы не повредить, да, ножка, не повредить, да. Ничего, постарайтесь ощущать внутренние мышцы, чтобы работало хорошо. Как ощущение? Очень нравится. Внутри. Очень нравится. Вообще, когда не очень тяжело физически, мне очень нравится. Вот, теперь мы поднимаем попу от пола наверх, бедра ровно, и стараемся как бы стучать, как будто мы хлопаем ляжками. Я так чувствую, под попу. Сустав и под попу, да. И когда вы попу поднимаете, ощущение, живот тоненько, у нас пах вытянуто. Как бы не спиной поднимаем, мы задом поднимаем. А, попу наверх, да? Попой наверх. А живот внутрь. Да. И тогда будете больше ощущать, как внутренние части бедра работают, да? Что они вот этого желешка, дряблые ляжки, они начинают так собирать. Хоть работать прям. Я очень хорошо чувствую. Вот, да. И попа горит. Еще чуть-чуть осталось? Да. Вот, теперь чуть-чуть тяжелое упражнение. Мы ложимся на пол. Все трясется. Мы загибаем ножку и поднимаем наверх, вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И в этом упражнении не вытягивание колена важно. Не вытянутая стопа важно. А вы поднимая, вы ощущаете внутренние ляжки. Я прям чувствую, как у меня связки напрягаются. Да. Если я руку положу на внутреннюю, да, часть своей дряблой ляжки. Дряблые. Я чувствую, как она напрягается. Вот. Вот в этом, вот это напряжение ваше, да, должно быть закрытие, вот мунгандю работает. Это если хорошо, правильно. Если кто-то понимает балет. Занимается балетом. А если кто не занимается, а вот мы просто сжигаем дряблые ляжки. Теперь ложимся на другой бок и продолжаем. Раз, два, раз, два, оп. Вначале кажется легко, а через 30 секунд начинается такой кошмарчик. Зато эффект горит, прямо горит. Да. Хорошо говорит? Да, но знаешь, интересно чувствовать, как ноги напрягаются, если потрогать пальцами. Да, ножки не позади идут, они вот
Прям ровненько. Ух. Приятно. Все, начинает гореть. Да, да, да. О, пламя, пламя. Ничего, чуть-чуть. Массаж обязательно. Да. Внутренний. Ляжки. Да. Ой. Почему-то все тяжелее и тяжелее поднимать становится, да? Да, теперь ложимся. Ногу поднимаем, не кладем на пол. Назад, обратно. Хоп. И. Да. И. А, хоп, это и под попой работает. И. Да. Внутренняя часть ляжки тоже работает. От. И. Упруга, мне кажется, стала у меня ляжки. Ну, еще бы. Третий дубль пошел. Снимаем. Дряблые ляжки. Пока! Слушай, такие, они кажутся сначала упражнения легкими, а в итоге, когда занимаешься, становится все интереснее и интереснее собственное ощущение. Да, здесь это упражнение, опять же, стопа нет. Колена нет, мы ощущаем внутренние мышцы, внутренние части ляжки, как они начинают вот прямо работать. Ну я даже живот свой чувствую. Все то же самое. Пенечка, извини, чуть-чуть осталось, с тобой потом поиграю. Раз, два, раз, два. Попо и ляжки. Убирайся, красиво, становись, оп, фа, гори. Как твои ляжки? Мои хорошо, я прям удовольствие получаю. Да? Мне нравится. Я уже левая, у меня слабее, что ли? На тебе еще леггинсы как хорошо сидят. Чуть-чуть. Зай, ты стопу косишь. А здесь не важно, но ты не... Ляжки древние. А, все. Теперь мы ложимся на спинку. И ноги наверх. И делаем на крест. Чуть широко. Раз, и оп. Раз, и два. Если тяжело становится, да, или как Илья, можно под попу подложить ручку, ручки. Да, ручки под попу. Руки. Тогда полегче становится. Да. Если руки тоже не хочется, можно подушечку. Тогда больше ощущается, да, не живот, а мышцы ноги, да? Да, именно. И спина отключается, только включает мышцы ноги. Слушай, я очень хорошо чувствую эти внутренние части ног. Пока, дряблые ляжки! Вот. Молодцы! Упражнение закончено. Наше упражнение мы должны растянуть, как мы делаем. На колени левой ноги, правой выворачиваем. И садимся глубоко. И растягиваем мышцы. Если таким вот. И старайтесь колено, которое выворотно, и еще можно надавить назад. Тогда еще сильнее тянется. Еще больше хотите, можете корпус отдать вперед. Тогда еще больше будете ощущать мышцы, как очень хорошо приятно тянется. Ух, да. Как приятно. Классно. После того, как делали упражнение. И обязательно не пропускайте растяжку, обязательно растягивайтесь. Не-не-не, растяжка это особенное удовольствие. Тянем-тянем. Да, хорошо тянется. Тянем-тянем. И другую ногу. Да, то же самое делаем. Вот так колено можно. Ну, главное вот для меня это колено назад отправлять. Да? Если отправляю колено назад, это шикарно тянется. Тянется. Да.
Ну что, как ваши ощущения? Напишите комментарии обязательно. Мы все читаем. Да, мы на все комментарии отвечаем, читаем. Обсуждаем потом ваши комментарии. Читаем вслух. То, что вы просите, видите, как мы оперативно ищем. Снимаем. Ой, как приятно. Ой, но чувствую, я сегодня по улице с собачками пойду раскорякать гулять. После трех дублей съемок, как убрать внутренние дряблые вяжки. Я думаю, что регулярное вот это все упражнение должно эффект вам дать хороший. А, еще тянемся, да? Да, мы ножки открываем в сторону и вперед корпус. О, боже! О, боже! Хорошо тянемся? О, боже! Ой! Удовольствие! Обожаю растяжку. Ой, как хорошо! Жалко, что фитнес целиком не состоит из растяжки. Обязательно должна сокращать мышцы, потом растянуть. Сокращать, растянуть. Должна и то, другое работа, чтобы мышца хорошо функционировала. Правильно сказала? Функционировали. Функционировали. Все правильно ты говоришь. Мне кажется, твой язык это особенно мило как-то. Мысли есть, но правильное окончание никак. Слушай, ну ты кореянка. Наши дряблые ляжки. Бай-бай, прощайте. Постарайтесь сделать это упражнение пару раз в неделю. Да, регулярно вы будете заниматься и будут эффекты. Пишите, как ваши ощущения, наши упражнения, и буду рада вам помочь. Спасибо, пока.